Выставка фотографий Могилева времен Второй мировой войны стала большим культурным событием для жителей областного центра. Люди старшего поколения шли посмотреть, чтобы вспомнить, молодежь, чтобы узнать, каким был Могилев в войну. И вот теперь на горизонте коллекционеров появились новые фото, на этот раз 1918 года. Их тоже сделали солдаты Германии, на этот раз кайзеровской. Вы их видите на нашем экране перечеркнутыми, потому что они не выкуплены. Фотографий вообще больше двух десятков, но дело в деньгах. Историки рассчитывают на помощь могилевчан, расскажет Елена Борисова. Нечеканый ажиотаж вокруг неведомого родного города сярод тысяч могилевцев. Яны убачили на свои очи город у годы оккупации, уже потерпелый от войны. Але все еще вилишны могилевские храмы, познавальные улицы и домы, которые неузабаве будут назавсёды страчены. Большую частку этих фотоздымков, амаль 90%, отшукал рупливец могилевской давнины, который живет в Немеччине, Олег Давид Лисовский. И вот черговая добрая новина. На интернет-аукционе знов Могилев. Это чистое совпадение, хотя в этом совпадении есть, конечно же, элемент некой системной работы, альбо это выник системной работы, так можно сказать. Юридичные и техничные умовы не дозволяют уластно музею набывать праз интернет-аукционы раритеты за мяжой. Надея знов на партнерство сябровские зносины. Чому она тебя так затекавила? Чому так змагался за ее? Это просто было нечто невероятное, чего ранее я амаль никогда не бачил. Это были спочатку, что было цікаво, это спочатку было всего только 6 здымков, сделанных у 1918 году, как раз в той невеличкий короткий период, когда город належал, полночная частка Могилева належала до Немеччины, до кайзеровской Германии тогда, а за Днепровье паўднёвая частка належала да маладой савецкай дзяржавы. Сапраўдная бітва разарнулася ў сеціве. На інтэрнэт-аукцыёне з'явіўся сапернік, які падвысіў стаўкі ў разы. Загадкавы ўладальнік калекцыі выкладае новыя здымкі, на якія проста няма сродку ў маладой сям'і Алега. І яму патрэбна дапамога ў справе выкупа. Але вырашыў так для сябе, што ў аукцыёне я прымаю ўдзел у любым выпадку. Колькі б яно не каштавала, мы набываем гэтыя здымкі, бо гэта для Магілёва гэта цуд. Гэта адзін чалавек, які ратуе дзясяткі, ўжо цяпер сотні фотаздымкаў. А цікаўнасць, так, гэта ў першую чаргу для горада. Ён выставляе іх у адкрыты доступ, ён дазваляе без ніякіх фінансавых умоваў імі карыстацца Магілёву. Толькі інтэрнэт-суполка аматараў фотагісторыі Магілёва больш за 800 асоб. Просты падлік. Ахвяраванне ў 5 рублёў. У допомогу нашему соотчиннику вырешили б лёс вельми каштовный для города коллекции. Это было прикладом чудовной самоорганизации могилёвцев, калі б яны неким чином поспробовали допомогчи вось таким ахвяраваннем, с такой покупкой гэтых работ. Много не трэба. Гэта чудовная, фантастично прыгожая фотоздымки. Яны маюць і гістарычнае для нас значение, і мастацкое значение, высокое вельми мастацкое значение маюць. Мы побачим у нечаканых ракурсах Могилёва на гэтых фотоздымках. Поэтому мы зацікавлены, мы як музей зацікавлены у тым, каб наш партнер, наш сябар, наш суайчыннік за мяжою досягнуў поспеху ў гэтай справе. Контакты магчымы і непасрэдна з Алегам, прасіце ва суполку аматараў старых фото Могилёва і праз адміністрацыю музея гісторыі горада Могилёва ў ратушы. Сёння ёсць надзея, што мы пабачым яшчэ не адну старонку невядомага Могилёва.